Боксер Муслим Гаджимагомедов выиграл золото на международном турнире «Кубок губернатора Санкт-Петербурга». Соревнования в северной столице страны завершились накануне. В финале категории до 91 килограмма чемпион Европы и мира встретился с белорусским спортсменом Владиславом Смегляковым. Бой продлился все отведенное для него время, но по ходу поединка Гаджимагомедову дважды удалось отправить соперника в нокдаун. В итоге судьи единогласно признали его победителем. Напомним, что в турнире участвовали ведущие боксеры из более чем 15 стран мира.